Привет, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня хочу снять лайфхак по поводу присосок держателей автомобильных гаджетов, в частности, видеорегистраторов. Вот. Все мы знаем, что наступает как когда-то определенный момент, что видеорегистратор начинает отваливаться. Вот. По непонятным причинам. И сегодня я расскажу, как с этим бороться. Вот видите, у меня не отваливается. Очень плотно держится, несмотря на то, что я его, значит, оторвал. Значит, причина в чем? Причина в том, что, значит, вот здесь, когда открытый присоска устройства, вот здесь вот между присоской и корпусом образовывается большая щель. И, соответственно, когда вы давите вот этим вот устройством, вот здесь... Вот так вот видно, да? Должен образоваться вакуум. Должен образоваться вакуум. Тогда присоска будет держать. Но вследствие того, что, значит, некачественно подгоняют детали, длинные, вот здесь получается зазор между присоской и корпусом. Порядка 5-6 миллиметров бывает. Это очень много. Зазор должен быть небольшим. Значит, что я сделал? Вот я надеюсь, так вот всем видно, да? Есть вот такой двухсторонний скотч. Даже лента называется на 3М. Сейчас я ее покажу. Бывает разной ширины. Вот такая. Толстая. Тонкая. Сантиметровая. Вот. Я взял вот это, видите, тут у меня, по-моему, 5-миллиметровая вставлена. Отрезаю ее здесь, по кругу приклеиваю, вот, потом снимаю верхнюю часть. И что сейчас происходит? Видите, присоска сразу приклеилась к корпусу, да, вот видите, она не отходит. И при установке гаджета на стекло, вот, смотрите, на солнце очень видно, видите, раз, сразу образовывается усилие, которое, значит, тянет присоску, и, соответственно, образует вакуум между стеклом и этой присоской. Вот. Еще одним обязательным условием, чтобы не отваливалась присоска, все мы знаем, да, там поплевать, там любят помазать. Вот. Но ситуация какая? На стекле, особенно летом, значит, жидкость испаряется, то есть слюна. Значит, что нужно сделать? Нужно брать любую смазочку ВД-40, или вот такие сейчас есть аналоги ВД-40, дорогая стала. Вот, пшикаем чуть-чуть, буквально, совсем чуть-чуть. Пшикаем. Вот. Растираем пальчиком. Растираем по кольцу, вовнутрь даже не обязательно. И уже с этой смазочкой приклеиваем. Для чего смазочка, значит, объясняю. Все поверхности имеют неровности. И те же присоски, в том числе. Соответственно, чтобы их убрать, вот, в частности, все мы знаем, что слюна держит, да? Но слюна высыхает. А смазка, вот такая, она не высыхает. И вот такой смазочкой я рекомендую пользоваться. Ну, такой любой силиконовой смазкой можно пшикнуть, чем угодно. Вот, лишь бы, значит, вот эти все рисочки закрыть на присоске. Вот, и тогда будет приборчик держаться. Далее, в этом же обзоре, не хочу делать отдельно, значит, хочу сделать вот такой обзор на недорогой видеорегистратор Full HD Car DVR 1800R, снимается с разрешением. Значит, что сказать? Цена около 1500. Вот, недорогой, понятно, что там Full HD никакого нет, но видео достаточно сносно снимает. Покупать за десятку, ну, у кого есть желание, возможность, можно и за десятку купить. Ну, покупал я и за десятку. Точно так же они от вибрации, от времени портятся и, грубо говоря, не особо много толку. Вот, это аналог известного видеорегистратора. Вот, ссылку, где купить его, будет под видео. Меню русифицировано, сейчас покажу, что очень важно.
Бывает нерусифицировано. Прошивка стандартная. Вот. То есть как на всех. Ну вот показывает, что 1080 FHD снимает. Ну, не знаю, насколько верно это разрешение. Скорее всего, вряд ли. Ну, угол примерно где-то 120-140 градусов есть. 170 нет, по-моему, как они заявляют. Вот. Ну, качество достаточно сносное. То есть работает, пишет. Режим парковки есть. То есть, грубо говоря, на парковку вы встали, да? Вот, нажимаете, вот видите, P. И она постоянно снимает в этом режиме, пока, значит, подается питание вашего автомобиля. У меня вот автомобиль уходит в сон через 15 минут. Вот 15 минут снимает, потом выключается. Дату все держит. То есть недорогой качественный регистратор. Плюсы какие? Легенький, занимает мало места, можно разместить. Вот вы видели у меня под зеркалом, я не люблю, когда висят вот тут регистраторы, там. Вот, я люблю, чтобы было все компактно, комфортно. То есть я убираю его вот, вот сюда. Вот сюда убираю. Здесь он у меня висит все время. Настраиваю зеркало. Все, мне его видно. Зеркало ему не мешает. Питание взял. У него 12 вольт. Или 5 вольт, не помню. Вытащил вот эту вот штуковину. И прям с блоком питания подключил ее, значит, нашел там плюс-минус. Вот, в колодочку эту штучку снял. Плюс-минус подключил, замотал блок питания, который прикуриватель вставляется изолентой, чтобы он не замкнул. Вывел отсюда проводок. Вот, штекеры сейчас, слава богу, на всех стандартные идут. Вот такие микро, нет, мини-USB старого образца. То есть карточки поддерживают, вот у меня восьмерка стоит, 8 гигабайт, работает. Меню вот, как вам показать меню, как оно тут. Вот, меню русское, да, как вы видите. Вот, все как бы работает, стандартное. То есть очень достаточно неплохой видеорегистратор. Всем рекомендую, ссылочка на продавца, как всегда, будет под видео. Кто не подписался на мой канал, делаем это. Вот. Дальше будет только интересно. Всем удачи, спасибо, пока-пока.